Всем доброе утро. Приехала я в город, сдала флюорографию. Сейчас иду на остановку, домой поеду. Потом завтра получу флюорографию или в какой-нибудь другой день. И надо будет сходить на прием к терапевту. Попросить направление на анализы. Так что вот так вот. Ребята в школе, дома только двое осталось, Маша и Света. Потому что они со второй смены учатся. Ладно, иду на остановку и еду домой. Так, приехала домой, зашла в магазин, молока в магазине нету. Пришлось такую взять дорогую, блин, за 2 литра 170 рублей почти отдашь. Дальше что купила? Деткам орешек набрала, они орешки любят. 2 килограмма орешек взяла. Потом купила панировочные сухари, обычные, простые. Такие вот. Пускай будет в запасе, потом, когда мясо куплю, чтобы можно было делать. И колбаска называется она. Субпродукт. Вот. Свинокомплексы. Субпродуктовые из мясопродуктов категории Б. Такая колбаска очень вкусная. Вот такие вот все мои покупки. У нас уже день. Ребята со школы пришли. Я пошла на почту сходить. Там Василек пришел. А потом мне надо будет в город в аптеку ехать. Там уже лекарства пришли. Ну, мази для его ног, да для спины. Ладно. Идем на почту. Тайсон! Выбежал. Трактор слышно было, что проехал. Сейчас посмотрим, что он тут мне нагрел. А, нет, ничего не нагрел. Представляете? Ну что тогда? А, вон там, вон чистит трактор. Мы идем на почту. Дороги ужасные. Но еще не так сильно, как до этого было. Уже более-менее. Но автобусы буксуют вообще по-страшному. Так что вот как-то так. Ладно, идем. Так, все, Василек принесла домой. Потом обзор сниму. Сейчас надо ехать в город в аптеку. Фух, еще раскраску одну купила ребенку. Да, Тайсон? Вон уже и автобус приехал. Видите? Автобус приехал. Ладно, бежим на остановку. Едем в город в аптеку. А то у мужа мазь закончилась, а он без мази не сможет работать. Приехала я уже в город и иду в аптеку. Сейчас заберу лекарства, потом хочу сходить в фикс-прайс, посмотреть ребятам там на кое-что к школе. Ладно, идем. Так, все, забрала я заказ в аптеке. И идем. Ой, что-то фокус не берет. Во, фокус взялся. И идем теперь в фикс-прайс. Слушайте, тут так много птичек. Такое прям чириканье сильное. Прям вообще классно. Идешь, как будто весна. Хотя до весны еще очень далеко. Ладно, иду в фикс-прайс. Потом дома покажу все, что я куплю. Все, ребят, приехала с города. Иду домой потихоньку с покупками. Сейчас дома вам все покажу, все, что я купила. Погода у нас замечательная. Прямо аж глаз радует. Ладно, идем домой и сделаю обзор покупок. Ну и также распаковку Василька сегодня засниму, чтобы Катя могла подружке своей отнести постельный, о, твой постельный костюм. Там она для своей подружки костюмы заказывали. И вот. Надо отдать ей. То Катя: мама, ну сделай ты уже распаковку, мне надо отдать Полине костюм. Я говорю: ладно, сделаю сегодня. Так что ждет ребенок костюм. Ой. Ладно, идем домой. Да, многие говорят, что у меня одышка. Да я знаю, что одышка — это скорее всего из-за того, что у меня лишний вес. Поэтому у меня одышка. Пытаюсь похудеть. Мне кажется, что у меня вот эта вот проблема сейчас со здоровьем стали из-за того, что, может, я неправильно рацион питания здесь сделала или что-то. Я не знаю. Ну вот, потом схожу в больницу, попрошу, чтобы мне назначили анализы. Сдам анализы, проверю гемоглобин.
Может, и пониженный гемоглобин или что. Фиг его знает. Ладно, дорогие друзья, иду домой, делаю распаковку всего, что купила. Я это возьму. Так, дорогие друзья, приехала я уже с города. Сейчас покажу все, что купила. Но в первую очередь тетради. Вот такая. Вот тетрадка. Это все в клеточку тетради, по-моему. Так, в клетку. Катя, держи. Сейчас еще буду. Вот такая. Прежде чем сжигать мосты, посмотри на ту, блин, ты берегу. Потом такая тоже в клеточку. У ребят тетради все заканчиваются. Поэтому набрала им тетрадок. И такая. Все, Катюша, убирай. Дальше для рассады сейчас покажу в первую очередь, что купила для рассады. Вот такие вот емкости, они как бы вот так вот и закрываются сверху их, да? Но я обычно так не делаю, я просто беру и в обе емкости сажаю. Мне как бы так нравится, удобно, и то, что на окна хорошо помещается. И также вот такую вот на пробу взяла, мне кто-то из подписчиков советовал. Вот взяла, посмотрю, для проливки земли. Дальше у меня закончились пакеты для заморозки. Вот купила тут 50 штук. Взяла. Потом вот эту вот гадость взяла. Знаете, для чего суп варить с бич-пакета? У меня подруга говорит, я всегда с бич-пакетами суп варю. Мне, говорит, нравится. Вот хочу попробовать. Это я взяла, хотела съесть, а то голова кружится. Так и не съела. В оконцовке домой привезла. Дальше у нас всегда мы, вы знаете, что мы берем жидкое мыло только. Кусковое я уже стараюсь не брать, но редкий случай беру. А так вот жидкое мыло антибактериальное в последнее время всегда покупаю. Беру вот в таких, заливаю в бутылочку, очень классно. Дальше. Смотрела тут Ирину Жубрю. Она взяла вот такую вот головоломку. Нам с детьми очень понравилась она. И я решила своим тоже взять. Сейчас покажу, что внутри. Но если кто смотрит Ирину Жубрю, тот видел. Так, сейчас достану. Вот такие вот там детальки внутри деревянные и карточек, целая куча карточек. Потом с детьми сделаем обзор и покажем, что за игра. Дальше взяла вот такой вот сироп черноплодной рябины. Там тоже в фикс-прайсе попробовать. Ну вот смотрела обзор одного блогера, там вот сказали хороший, говорит, и в чай везде добавляет. Поэтому взяла на пробу Егорушка сиропчик. И вот игра, смотри, какая, с карточками делать. Егорушке объясняю, хотя это для маленьких. Ну, Егора у нас тоже может помогать, Ванюшке, да что. Дальше заходила, там у нас есть полуфабрикаты продают. И я там взяла куриный фарш, 2 пакетика. У меня свиной-то есть накрученный, а куриного мало. Поэтому взяла просто уже готовый фарш, чтобы самой не крутить. Дальше. Молоко 2 литра взяла. Егорушка, ну, убери, пожалуйста, в холодильник, подруга. Зашла в аптеку. О, тут какая-то скидка. Забрала заказ из аптеки. Что я там заказала? Укроп. Семена укропа я заказываю, я их сажу. Надеюсь, что тут те семена, которые мне надо. Сажу, кстати, очень лучше всходит, чем обычные семена покупать. Дальше. Так, сейчас я все раскрою и покажу вам. Так, все раскрыла. Высыпаю. Как вы знаете, я всегда в аптеке заказываю очень много витаминок разных. Вот здесь вот аскорбинки разные. Есть с ананасом, есть с витамином С, черная смородина, по-моему. И ваниль. Или мята. Ну вот, короче, какая-то такая. Вот такие вот витаминки взяла. Дальше. Тут еще аскорбинки с апельсином. Ну, короче, аскорбинок детям уж постоянно, потому что каждый день я им по аскорбиночке даю. Они знают уже это, и поэтому я всегда заказываю. Дальше мужу взяла вот такую вот мазь, потому что у него очень сильно болит спина и все остальное. Вот вышел у меня заказ на сумму. А где тут? Тут нету общей суммы. Короче, на 400 с чем-то рублей у меня общий заказ вышел. Тут нету общей. Ну, вот аскорбинка по 5,50. Вот некоторые по 6,90 с черникой. Это вот эти вот по 6,90, например. Потом дальше. Мазь 274 рубля и укроп 56 рублей. В принципе, вот такие вот в целом у меня все покупки. Пишите, думайте, как вам нравится. Нет, ну вот попробую вот этот вот сироп и потом скажу, не помню, ребята, честно, почем он. Ну вот взяла его в фикс-прайсе у нас там, где кофе да чай стоит. Если кто с нашего города, то вот там стоит очень. Бутылка тут стеклянная, большая. Сейчас я достану, даже покажу.
Сейчас достанем и покажем. Какая здесь бутылка. Егора, помоги, пожалуйста. Дерни. Вот такая вот бутылка. Сироп черноплодный. Ребенок. Ну, в принципе, он как бы, я бы не сказала, что совсем жидкий, он густоватый. Посмотрим. Посмотрим, ребята. Потом скажу, ну, от производства Башкортостана. Это мое, Егор. Это я съем, а то у меня голова кружится. Ладно, дорогие друзья. Пошла снимать обзор Василька. Еще раз всем привет, дорогие друзья. У нас распаковка нашего любимого Василька. В этот раз небольшой пакет пришел опять. Но тут очень важен для моей дочери Екатерины. Потому что она меня замучила. Мама, сделай распаковку. Ты для Полины костюм заказывала? Да, у нее там есть подружка Полина. И она для нее костюм заказала. Из-за этого она меня замучила капитально. Так, вот достали мы весь заказ. Вот такой вот он у нас небольшой. Тут в основном одни костюмы идут. Так что будем сейчас смотреть. Ребята, на Васильке появилось очень много хороших костюмов. И, кстати, в Инстаграме у них сейчас идет конкурс. Я делала репост. Если кто подписан на мой Инстаграм, то участвуйте в конкурсе. Так, сейчас я... Тут, ребята, одного цвета костюма аж 3 штуки. Вот такие вот костюмы. Ростовки только у них разные. Так, 140. 146. И 140. 2 на 140, 1 на 146. Сейчас я один костюм открою. Остальные уже открывать не буду. Мы уже такие заказывали костюмы. У нас уже есть такие костюмы. И вот такой вот на размер 140. Тут спереди такие лямочки. И вот такие вот штанишки. Нам очень понравился этот костюм. Катюша, ты померяешь? Да. Потом Катюша померяет, и мы вам покажем. Смотри, какой короткий. Ну, для меня пойдет. Ну вот, потом девчонки померяют и скажут, так, таких у меня костюма 3. Поэтому вот так вот. Дальше. Ой, сейчас все достану, чтобы мне мешком здесь не светить сильно. Так, дальше. Вот такой вот костюм я заказала. Размер 140 для Кати. У нас точно такой же есть у Маши. И Катя заныла. Мама, я такой же хочу. Почему ты меня не заказала? Поэтому я ей заказала. Вот такой вот костюмчик. Стирали, кстати, уже по много раз. Что такое, что вот такой костюм стирали. Слушайте, вообще классно. Очень понравилось. Так, вот такие вот кофточка такая. И штанишки. Штаны классные тоже на резиночке. Вот Катюша потом сегодня все это примерит. Следующее я заказала для своего сына старшего, для Ильи, футболку. Он просил футболку ему какую-то заказать, черную. Вот я ему заказала черную футболку. 52 размер, вот с таким вот волком. Классная. Надеюсь, Ильюша посмотрит и скажет, понравится ему или нет. В следующий раз, когда он приедет, он обязательно это заберет. Вот такая футболка. По качеству мне вообще нравится. Мне на Васильке вообще футболки все нравятся. Вот сколько я футболок брала, вообще все классные футболки. Поэтому рекомендовать могу футболки. Там вообще много товаров, которые мне нравятся. Дальше. Заказала спортивный костюм для своей Оксаны. Оксана сейчас сидит и радостная. Она у меня просила... Это, по-моему, лайк ТикТок или что это? Я не знаю даже. Это лайк ТикТок или что это? 120. Это лайк ТикТок? Это лайк и ТикТок вместе. А, тут все вместе. Ну, вот такая вот кофточка с капюшоном идет. Рукавчики. Вот Оксане на физкультуру будет еще. Катя теперь стоит, говорит, мама, я тоже хочу. Все свои виды показывают. А штаны здесь обычные черненькие. Вот такой вот костюмчик. Оксана потом тоже обязательно померяет.
И также я заказала два мальчишных костюма. Один для одноклассника Оксаны, это Тёмочка, а второй для другого мальчика. И не знаю, как точно его зовут, но меня тоже попросили заказать. Сейчас вот на один покажу, а второй точно такой же, только размер побольше. Вот это вот размер 140, а второй размер 164. Сразу, дорогие друзья, говорю, что я не продаю ничего, я просто дарю тому, кто попросит. Так, в целом, что здесь? Вот такая вот футболочка идет. Это как костюм домашний, это не пижама, это костюм домашний. Хлопок, костюм домашний, 100% хлопок. Футболка вот такая вот, коротенькие рукавчики. И к ним еще идут вот такие вот штаны. Обычный домашний костюмчик, мальчиковский. Очень классный. И вот такой же второй костюм, только размер 164, большой размер. Вот такие вот в целом у меня все заказы были. Если вам понравилось, проходите по ссылочке в описании обязательно. Смотрите, там очень много новинок, очень много постельного. И в инстаграме на моей странице, смотрите, я там сделала репост. Сейчас у Василька идет розыгрыш товара. Так что, если вам это интересно, проходите по ссылке в описании. Есть также и на инстаграм, и на официальный сайт Василька. Если вам понравился наш обзор, не забывайте поставить лайк, написать ваш комментарий. Всем говорю пока-пока! Так, дорогие друзья, вот Оксанин костюмчик. Тебе он нравится? Да. Так, давайте посмотрим. Штанишки немножко длинные, да? Но это очень даже хорошо. Карманчики есть. Поворачивайся спинкой. Еще повернись немножко. Спинкой повернись. Вот так вот. Штани немножко криво, да, одела? Так, поворачивайся и приподними кофту. Посмотри, в брюках есть карманы, нет? Ну, что ты так? Вот, в брюках есть карманчики. Тебе самой, Оксана, нравится? Да. Прекращай жеваться. Дорогие друзья, это Катюша. На Катюшу одели вот этот вот костюм. Штаны коротковаты, что ли? Ну-ка, поправь штаны немножко, пожалуйста. Нормально? Ну да, сейчас у вас мода короткая носить. Капюшон подними на голову. Так, поворачивайся. Вот так вот. Еще раз повернись, покажи, карманы есть, нет? Есть. Да, в штанах есть карманы. Ты сильно высоко задрала. Тебе самой нравится? Что, будешь тройкостью мерить? Так, дорогие друзья, Катин костюм. Можешь вообще убрать наклейку, она тебе не нужна. Такой же, как у Маши, получается. Ну вот, штаны вниз сделай. Ну вот в целом вот так вот штанишки, кофточка, поворачивайся, поворачивайся, карманы есть, карманы предельные по идее. Тебе самой нравится? Да. Опять как инкубаторы напишут, что опять как тюремщики в одинаковых костюмах вы у меня ходите, как зэки. Но детям нравится, это самое главное. Я бы сама даже такой костюм одела. Ну, я себе ничего не заказываю, мне ничего не надо. Детям есть. Ты довольна? У нас уже вечер, и я, как всегда, бегу. Бегу на автобус, чтобы ехать в садик. Да, некоторые скажут, что я вообще не сижу, только и знаю, что бегаю. Ну, так вот приходится. Ладно, идем в садик. Так, ребят, пришла я уже в садик, и еще зашла, купила землю универсальную для посадки овощей. Буду перцы садить. Перемешаю со своей землей и посажу перцы. Семена у меня есть уже. Еще вот этой вот штукой пролью. И будет вообще, мне кажется, классно. А здесь у меня уже пришли Марина с Ваней с садиком. И решили посмотреть свою новую игру, которую даже не успели ни куртки, ничего убрать. Я решила бегом схватить телефон и заснять их. Ну, раз дети не терпятся. Сами понимаете, маленькие. Тут и Оксана, тут и Ваня, и Марина. Я им железную баночку дала, чтобы слаживать вот эти вот все деревянные изделия. И вот они играют в такую игру, которую я сегодня купила. Игра очень понравилась, кстати. Там деревянные вот эти фигурки очень хорошие.
и карточек очень много. Они двухсторонние карточки, и можно очень много фигурок собрать. Вот сейчас вы увидите, как Ванечка начнет машинку собирать, но он так как маленький, я ему немножко подсказывала. Но в целом дети очень довольны. Так, дорогие друзья, Маша, скажи всем привет. Да, Машенька пришла и померила тоже костюмчик. Вот так вот он ей. Да, поворачивайся. Вот так вот. Я сделала. Еще раз поворачивайся. Тебе самой нравится? Ты довольна? Ты такое хотела? У вас теперь получается у тебя, у Кати и у Полин, у Светы еще. Короче, пипец, все в одинаковых костюмах. Самое главное, Маше нравится, да?